начале октября фашисты предприняли операцию «Тайфун» по захвату Москвы и двигались по Можайскому шоссе на Вязьму, должны были вот несколько дней Москву взять. Батарея Флёрова получила задание следовать параллельно немцам, даже опережая их, вдоль Можайского шоссе, по лесу, по бездорожью. А болотистый очень лес был, поэтому они отставали от немцев. Когда подходили к околице деревни, на них обрушился шквальный огонь артиллерии, минометов, пулеметов. Передний как раз установки был Флёров. Он был очень тяжело ранен. Приказ дал, чтобы все последние залп дали и взорвали установки, потому что это было секретное оружие. За ним охотились фрицы, но ничего не получалось. И нельзя было ни одной детали оставить. Флёров дал последний залп и героически погиб, взорвав всю установку вместе с собой. Конечно, его наградили посмертно орден Отечественной войны первой степени и вручили его родственникам, жене и дочери.